Нерк на связи. Крис, Шева, как слышите? Это Крис. Слышу тебя хорошо, Кир. Да, все слышно. Киджуджу наклевывается сделка с оружием. Ирвин будет там. Группа Альфа уже на позиции. Вы будете ее прикрывать. Связной вас ждет в мясной лавке. Он бы... Ну вот, оба здесь. Заходите. Вы двое. Сюда. Может, это из-за нового правительства, но люди тут сейчас слегка дерганые. Делайте то, зачем приехали, и убирайтесь прочь. Да уж, американцев тут встречают с фанфарами. Ваше оружие у меня. Проверяйте. Вот ваше оружие. Операция уже началась. Координаты места назначения. Городская площадь впереди. Идите туда. Альфа ждет на месте сделки. Ясно. А что вам известно об Ураборосе? Слухи в основном. Что-то насчет программы судного дня. Судный день звучит подходяще, и похоже, это не слухи. Вы шутите? Найдите человека по имени Ирвин. Только он что-то знает. И будьте поосторожнее. Запомни, мы команда. Что бы ни случилось, держимся вместе. Не бойся. Я хоть и не такой шкаф, но постоять за себя смогу. Это из того дома. Ты в порядке? Да!
еще что такое? Таких зомби я еще ни разу не видел. Надо выбираться отсюда. Бегом. Запремся в том доме. Там будет легче от них отбиться. Кирк, прием. Местные нас атаковали. Пришлось применить силу. У нас есть план Б для такой нештатной ситуации, а, Кирк? Насчет местных понял. Но задание остается в силе. Что это значит? В штабе что, ждали такого? Давай. Окей. Бери. Окей. Давай! Окей. Подбери. Ясно. Вы полную чушь несете! Катитесь все к дьяволу! Подожди, это же наш. Давай! Перезарядка!
Ирк, нас атакует толпа местных. Мы закрыты, мы в ловушке. Нам нужна помощь и как можно быстрее. Вас понял. Держитесь, я уже в пути. Ты слышала, Шелла? Помощь идет. Ясно. Только бы она не опоздала. Гнездо у них тут, что ли? Надо продержаться, пока Кирк летит к нам.